Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Nokia T10. И сейчас я вам покажу, как включить запись экрана на этом планшете. Так, опускаем шторку. И ищем здесь запись экрана. Нажимаем. И здесь мы можем выбрать записывать аудио, звук с устройства, микрофон, либо звук с устройства и микрофон. И также можем включить либо выключить показывание прикосновения к экрану. Нажимаем начать. И запись пошла. Как вы видите, сейчас у нас отображается прикосновение к экрану. И для того, чтобы остановить запись, опускаем шторку и нажимаем «Остановить». И запись будет сохранена в галерее. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока.